Всем добрый вечер. Меня зовут Дима Бубнов. Мне 23 года. И я без месяца год хожу на акробатику. Занимаюсь акробатикой. Когда я пришел сюда, мне все ужасно понравилось, но мне потребовалось 3 месяца для того, чтобы вернуться сюда и уже не уходить отсюда вот эти вот 11 месяцев. Что мне здесь нравится? Мне нравится, что здесь дают потрясающие физические нагрузки, очень равномерные. Вы никогда не покалечитесь, если будете соблюдать правила безопасности. Вы будете расти, поддерживать себя в хорошей форме и становиться лучше и лучше. Также это все время моральная борьба, борьба с собой, которая закаляет характер. Ну и, конечно же, удовольствие. Вы не получите больше удовольствия, чем когда вы идете после тренировки, выложившись на полную, взлетев на новую высоту. Идете, дышите потрясающим московским вечерним воздухом. По-моему, это потрясающе. Приходите на акробатику.